Японский для каратиста Владимира второй родной. В восточном единоборстве парень уже 9 лет. Вот только общаться на языке этого спорта ему доселе доводилось лишь с соотечественниками. Собрал по России аж 33 кубка. Первенство Азии для бойца стало первым международным турниром. А он, в свою очередь, первым амурчанином, взявшим там золотую медаль. Финал был сложным. В финале я дрался с города Астаны, был соперник. Я дрался все раунды, было взвешивание. И после взвешивания был раунд, и я судьям показался активнее, и победу отдали мне. А вот его товарищу Александру активности наоборот не хватило. Досрочно завершив первый бой, во втором уступил сопернику из Новосибирска. Так что домой вернулся с медалью бронзовой. Отчаиваться даже не думает. Собирает чемоданы в очередную поездку. Для меня цель – это стать чемпионом России. Сейчас будут соревнования, вот следующие, ну, сейчас вот, на следующей неделе. Учителя, конечно, ругаются, что я много пропускаю уроков, что где-то что-то не доучу, где-то что-то там это, не получается где-то. Но в основном отпускают. А ведь в ближайшее время парней ждут экзамены. Целых два. Школьный ОГЭ и аттестационный спортивный. Каратисты готовятся повысить свою квалификацию до первого КЮ. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город».